какой-то я не знаю, помимо того, что ракует, так еще и комментирует и командует. Нихуя не понимает, ничего не может и при этом считает, что прав. Я ему говорю, успокойся, не так. Нет, блядь. Все. Там этот есть, Дотор, блядь, тоже пиздюк, мы с ним Варк, который, помнишь, я говорил, Варк с пацаном играли? Вот он будет слушать, короче, он такой, но он в Доту, блядь, сидит, играет. Он в Warframe забежал, поиграл со мной пару дней, но он тоже такой, блядь, пиздюк, но он слушает, короче, и он такой, знаешь. Послушный и нормальный. Он такой нормальный, то есть. Да и опять же, ну ты у нас своенравный, например, но мы же ничего, мы же не считаем тебя там. Кончен. А он вот прям какой-то такой, что... Как бы да, я бы на его месте залетел в компанию четырех знакомых. Я бы сидел на жопе ровно, чтоб меня не выгнали. Так, а что у него за способность? Бесчисленных голосов. Я теперь полагры буду думать, что Вейгар это Миша. Чё-чё-чё? Полагры буду думать, что Вейгар это Миша. А, ты обычно играешь на этом Вейгаре на скине. Добро пожаловать! У меня другого нет. Знаю. Я покормил форушку. Молодец. Там три Клары, короче. Сейчас банишь полетит в лицо. Вперед. Еще один раз появились! А, мне нужно еще тыкнуть. Так а ты у тебя смарткаст не включен, что ли? Как ты без смарткаста играешь вообще? Че? У тебя смарткаст не включен, раз говоришь, тыкнуть еще надо. Включи смарткаст, я не представляю, как ты без него играешь. Ну вот, нет, я сейчас нажимаю, вроде нормально. А до этого что-то не это, это расстояние мне не хватало просто. А соул Мишурима? Хорошо, что она касается. Так она попала бы, если бы я не двигал. Это... Спилы-то надо. У меня есть подарочек для вас. Где он это? Забирай. Это кому? Коню? Конь не наш. Как не наш? Он за нас играет, значит. Ну, в смысле, он тебя не слышит. Это вот куда? Вот этот банник вот сейчас летел, он куда летел? Да. Просто я стоял, танцевал, а все остальные стояли за мной, короче. Ну, вот так. А банник летел вот правее нас куда-то. Вот просто, я не знаю, как так. А, это Маган, он с вами туда летит. Кстати, я говорю, касая. Это Калиновский.
Пойдем. Достаточно урона. Кратер, я пташка, вперед! Че? Цикорский разговаривает так. Кратер, я пташка, прием! Первым делом самолеты! Он очень любит собирать. Даже не слово. Блин, все-таки убили. Я ведь успел убежать. Квадро урон! Так, это один. Миша, не спи. Ну, чуть-чуть. Тебе брось это лицо или что это такое? Отвали от меня, Что-то каком-то звездолете. Кратер, я пташка, прием! Пташка, иди собирай. Да, отойдите, все ко мне подходят. Я от каждого подхожу и все подходят. Ты сам ко мне подошел. Я убегал от остальных, а потом ты взяла и пошла за мной. Я не шла. Я шла вперед. Рапа, вот надо было ей, а? Опять летит какая-то хрень. Все в него воплашили. Чё он тут летает, блин? Совсем херил. Страшно, блин. Да, давай. Мне придется еще раз дохнуть энергию. И как это произошло? Я очень люблю способности. Они так ровно нарисованы. Пташка.
пришли куда интереснее покупки товаров. Поздравил. Да. А, мне, кстати, за кактуса нужно поиграть по квесту вроде. Ваша команда уничтожила башню. Покой приходит. Союзник убит. Ага. Как бы на зоне Моргана был. Это предвестник вашего спасения. Который кроме Архангела ничего нет. Передумал. Зон перевернул. Следуйте за моим ногом. Что это за кинжал такой? Тут да, это ката кидает. Не подходи к нему. Yeah.
странно, в Дискорде ник отображается в этом чате. У меня без приставки. У вас без имени. Это ты в настройках уже сделал. Так, без имени. Там есть? Показывать ники? Не, показывать. У меня в другом чате нормально отображается. Но в этом. Изи. Ну да, как бы.